Колонок попозировал перед фоторегистратором в Саяно-Шушенском заповеднике. Редкий зверек из семейства куних впервые попал в кадр, поэтому сотрудники охраняемой зоны очень удивились тому, что увидели это животное на территории Красноярского края. Колонок – хищник ярко-желтой расцветки. Он похож на соболя, но вдвое меньше его. До середины 20 века он был распространен в лесах Сибири. Но со временем этих зверьков вытеснили их заклятые враги – соболи. Чаще всего пушистые рыжики устраивают жилище в норах, под корнями деревьев или кустарников. Но кроме основного места ночевки, у зверька есть и временное убежище, где он скрывается от непогоды и недругов. Колонки хорошо плавают и даже ныряют, прекрасно ползают по деревьям и кустарникам, а зимой они передвигаются по снегу и под ним. В основном они питаются мышами, яйцами, лягушками, птенцами и другими маленькими животными. Также колонки кушают и кедровые орехи с ягодами. А еще, как и белки, они делают запасы еды на зиму.